Двор на Гафурова 84 скоро будет не узнать. Территорию приведут в порядок, увеличат парковочную зону, заменят асфальт. На время ремонта жителей просят потерпеть неудобства, ведь после двор приведут в современный вид. К жителям заехал губернатор. Старшая по дому поделилась планами по благоустройству. У нас здесь будет как раз парковка для автомобилей. Это вот здесь вот там вот, да? Да, вы... да, потому что у нас уже тут ссоры, ругани, машин стоять некуда. Затем у нас будет новый хороший ровный асфальт, тротуары удобные, по которым удобно будет всем ходить, любому возрасту, жителям. Подходы к подъездам. Да, да, подходы к подъезду, и озеленение. Но прежде чем приступить к замене асфальта, на месте поработают энергетики, осмотрят сети и при необходимости отремонтируют. Приведут в порядок и дворы домов номер 50 и 54 по улице Роза Люксембург. Жители ждали благоустройства больше 8 лет. Все эти объекты вошли в новую региональную программу «Мой двор». Благодаря дополнительному финансированию удастся привести в порядок почти 200 дворов Ульяновска, Димитровграда, Инза, Барыша и Новоульяновска. Решили увеличить финансирование за счет собственного регионального бюджета, именно уделить внимание дворовым территориям, потому что с детьми гуляют, да, на работу, да, ходят, да. Все через двор. Если во дворе будет все в порядке, комфортно, и настроение другого будет у жителей. Всего по новой программе на ремонт дворов направят 565 миллионов рублей. Параллельно будет действовать и федеральная программа формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда». По ней в этом году благоустроят 73 двора. Анна Тищенко, Улправда, ТВ.